Доброе утро. Ну что, у нас новый день, новый монтаж, как обычно. Сегодня мы монтируем шкаф с раздвижной системой от Round Plus. Она будет впервые на нашем канале, поэтому вам будет интересно, а нам будет что показать. Так что погнали. Шкаф у нас вот такой. Будет он стоять на вот этой вот стене. Чем запакованное. Единственное, что я не вижу ДВП. Конечно, странная штука, но может она где-то допакована, конечно. У нас все как обычно, понедельник начался с очень хороших новостей. Шкаф приехал без заднего ДВП и без раздвижной системы, то есть это были отверзить. А третий момент, это то, что никакой контрольной сборки никто не делал. Поэтому будем мы сейчас и ножки накручивать, короче. Все остальное. Наша сборка закончилась, не успев начать. Так что сложили мы все как есть. Подготовили частично к сборке. Собираемся и валим на другой адрес. День номер два. Сегодня наконец-то привезут раздвижную систему. И мы соберем вот этот красивый шкаф. У нас осталось только установить сейчас раздвижуху. То есть скинуть дверь и отрегулировать. И все. Пантографы мы поставили. Кто не в курсе, как они работают. По-простому все. Под хифеля. Единственный момент будет загадкой. Показываю по глубине шкаф. Напишите в комментариях, что здесь не так. Кто угадает, будет молодец. Шкаф закончен. Вкратце по шкафу. У нас корпус идет с DSP клиф. Фасадная часть раздвижной системы от Round Plus тоже клиф со вставками стекла. Так, что у нас еще? Цоколь тоже клифовский идет. И сам корпус внутренний, это уже DSP Egger. Сейчас посмотрю, белый базовый. Вот. Система Round Plus, это S720 серебро, кому вот интересно, себе можете поискать, посмотреть. Вот. Короче, в чем прикол? Все выдвижные ящики, ну, тандем частичного выдвижения, все работает. Здесь пантограф у нас работает. Закрываем. Открываем эту часть. Показываю. Вот такая вот штука. Тут пантографы бесполезные, но Хефель придумал специальные накладочки, которые увеличивают вот это расстояние от стоевой. Поэтому решение вопроса, это ставится сюда эта накладка, прикручивается на обратно, и все будет полноценно открываться. Вот, собственно говоря, и все. На этом наша работа закончена. Но как вы видите, обратно же с рекламацией. То есть, блин, на скарде заказ такой. Плакать не буду, слава богу, что шкаф сам стал идеально под багет. И с одной, и с другой стороны. А с этой части, кстати, еще наклеенное зеркало. Теми плинтусиками подошли, все закрыли. Короче, все так вот. Перемыкание. Даже идеально ровные стены. Блин, уже давно такого не видел. Так что так. Знаете, что делать. Есть вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. С вами был я, Виктор, и мой напарник Алексей. Встретимся через пару дней.